народ, здорово. Тут вот токарим, вернее, шлифуем. Вот этот бортик, который внутри, его надо спилить в первую очередь. Но перед этим, чтобы спилить, соответственно, зажимаем все в патрон. Зажимаем ключом так, чтобы не сильно перетянуть. То есть зажали, чтобы в натяг все было, но не перетягивать, потому что у нас получается изгиб будет детали. Тем более трехкулачковый патрон, он всегда делает изгиб. Потом по-любому в токарном деле, чтобы не делали, всегда ставится индикатор. Выставляем все по индикатору. Выставляем максимальное значение, резиновый молоток и вперед выравнивать его. То есть прокрутили, проверили, простучали. И так помаленьку, потихоньку догоняем до того момента, чтобы у нас было минимальное биение. В данном случае у меня там было что-то около 0,4. Потихоньку выставил, простучал и дошло там до 0,03. То есть 2-3 сотки нормально выставляется. Ну, у меня допустимо было, допуск был 0,5. Ну, если есть возможность, что бы не выставиться получше. То есть выставился без проблем, все будет. Вот это еще сделать осталось, это уже сделано. То есть разные размеры, разные диаметры. Вот то такое. Проверился еще раз индикатором другим, потому что, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, как говорится. И всегда, когда работаю, выключаю. Тут сейчас перед началом работы включил, чтобы обезопасить себя, потому что работаешь возле патрона, лучше выключать. Все, запустил, вода, эмульсия, чтобы не ляпало, закрыл вот эта защита. И погнал работать. Вот этот бортик, который в начале был, спиливаю. Ставлю десяточку, касание, и пошел. Десяточку добавил, снял туда-сюда. Опять десяточку, опять все это дело снимается легко. Несколько раз можно пройти вот именно этот бортик, чтобы снять. Выставил 0, где тут уже касание достало до основного тела. Подошел к следующему кольцу, спилил его. То есть без проблем. Также касание и по десяточке все это дело снимается. Выставил 0, камень помыл, дошел до 0 на индикаторе, добавил десятку, включил подачу и пошло снимать дальше. То есть вот видно тут, десятку добавил. Добавил 5 соток, но на диаметр это уже десятка будет. Вот этот момент, чтобы для начинающих, кто там, чтобы не путался. И все время прошелся, снял, смыл с камня всю грязь. Опять добавил десятку и пошел. Несколько раз снял. Бывает 2 раза, бывает 3, бывает и больше, бывает и 5 десяток так снимаю. Смотря какое напыление, потому что по-разному. Тут, например, максимально было 5 десяток до размера, а вот сейчас делаю там целый миллиметр. Когда снял, проверился. Проверил там, сколько у меня. Что-то быстро показываю, сам не замечаю. Да, там 30-33. То есть промерил и что, сразу на индикаторе выставляешься уже. Вот сейчас поставлю тот размер, который
я прошел последний раз, да, на нуле. Ай, плохо видно. Ноль выставил и потом подправил все это дело, подкорректировал, сколько мне надо снимать. То есть выставился, опять же рассчитывать на... А, тут переснял, наверное. Выставлять, чтобы рассчитывать на диаметр, а не на сторону. Выставился и пошел работать. Я знаю, сколько мне до нуля осталось, чтобы не прошляпить этот момент. И работаешь потихоньку. Добавляю, например, 6 соток. И потом в следующий раз проход делаю уже 4 сотки. Ну, чтобы так, чередую. И можно по 4 сотки снимать. Ближе уже снимаешь, там по 2 сотки. Тут тоже на лимбе выставляю 0, чтобы мне знать, сколько мне осталось. Ну, визуально, чтобы было видно. И чтобы не потеряться, когда подводишь камень. Ну вот прошелся, да, там уже снял какой-то размер, уже поменялся. Тут есть он, конус, перекос чуть-чуть идет. Ну это все из-за того, что изгибается у нас вал, на котором вон, камень есть. Он изгибается там до 6 соток. И сама болванка может изгибаться там до 2 соток. И в итоге получается конус, потому что возле патрона снимается больше, чем в начале, когда заходишь. Этот конус убирается тоже легко. Сложного ничего нету. Бывает конус до десятки даже. Это все легко убирается. Ставится на 270 оборотов. Подача минимальная. Ну, тут 11, это минимальная подача. Первая это быстрая. Сейчас стоит на инчах, переключаю на миллиметры. Ну, чтобы чуть-чуть быстрее, но на минимальной подаче все это дело. Всегда микрометром проверяю. Индикатор перепроверил и пошел замерять, чтобы уже конечный результат был правильным. А сколько там? Одна сотка или то две? Одна. Ну, вроде бы как короче, конус одну сотку, это небольшая разница. Опять перепроверил размер перед тем, как все это дело выставлять. Ну и все готово. А тут у меня это эксперимент был. Проверил, как оно затягивает тряпочку. Он чуть-чуть зацепилось и пошло наматывать. Так что берегите себя. Всего вам наилучшего. И самое главное, не болейте, потому что вот это станки, они опасные. Да, берегите себя и всего хорошего. До свидания. Как-то видео сниму, как на работу еду. Ну и по скрипту. Ну так, для информации. Когда мы идем, да, делаем проход, тут у нас патрон держит все это дело. То есть тут у нас вибрации уже минимальные. Это вибрирует наш этот камень, который идет. И вот тут, когда мы заходим, у него изгиб идет до 6 соток. Эта болванка, у нее, когда напряг сильно идет, она все равно изгибается там сотка, две. И тогда получается разница. То есть мы когда идем, мы спиливаем как бы под конусом. То есть тут спиливает больше,
тут уже идет, ну, соответственно, меньше. И вот, например, когда заходим, делаем проход, я беру, например, у меня разница в 5 соток. Но опять же, я довожу как? Довожу до нуля, дошел, сделал тут 0. Все, я на индикаторе выставляюсь 0. И потом уже отталкиваюсь от этого. Например, 5 соток добавляю на себя. Добавил, начинаю снимать. Он не снимет все 5 соток сразу. Потому что опять же у нас, опять же все будет тут отходить, вибрации, он не будет полностью забирать все. И поэтому мы делаем, вот я цепляется краем, и пошел считать. 25 миллиметров снял, я на одну на соточку убираю. Прошел 25 миллиметров, соточку убрал. Прошел, дальше идет, я просто на ходу убираю по одной соточке. Дохожу до нуля на индикаторе. Пришел, к концу пришел на нуле. У меня уже тут пол сотки уберет, потому что камень все-таки у него есть тут напряг. Он еще не все снял. Потому что даже когда два раза мы на нуле пройдем, он все равно будет снимать. Поэтому тоже тут момент один. Чтобы не выставляться, например, уже тут еще там, например, две сотки надо снять, да, ну, сделать плюс две, там, среднее такое значение выбрать. Или плюс один. То есть мы пока пройдем, дойдем сюда, уменьшаем до нуля, он все равно свои полсотки тут заберет. И опять же меряю с краю, тут у меня еще нормально, да, еще можно снять там, например, полсотки, чтобы было там один или две сотки делать, например, плюс два везде или плюс один везде. Опять же все это дело опять выставляю на 5 соток, как выставился, и каждые 25 миллиметров я его уменьшаю до нуля. То есть этот напряг, ну, вернее, получается, тут он давит сильнее, тут меньше, 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 и выхожу на ноль. И он снимает. Даже бывает, что если тут у меня уже размер там, да, плюс одна сотка или плюс две сотки я сделал, все, я могу сюда до края не доходить, только отмерить себе, где мне уже надо камень убрать, чтобы он не снимал еще дальше. И таким макаром все это делаю, ну, несложно, легко оно все делается. Я сам учусь только, поэтому чему научился, то и рассказал. Как-то так, надеюсь. Если кому-то вдруг помогло, то буду только рад. Все, теперь точно всем до свидания. И самое главное, не болейте, всего наилучшего. И да, берегите себя, потому что токарные станки, они коварны. Уже за эту зиму двое человек, это то, что я знаю, погибли. Так что, да, они очень коварны. Особенно вот эти вот края. Ладно, не будем о плохом, всего всем наилучшего.